ребята! На канале Мультяшки-познавашки! Лисица и виноград. Басня Крылова. Голодная кума-лиса залезла в сад. В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись. А кисти сочные, как яхонты, горят. Лишь то беда, висят они высоко. Отколь и как она к ним не зайдет, хоть видит око, да зуб не мет. Пробившись попусту час целой, пошла и говорит с досадою: «Ну что ж, на взгляд-то он хорош, да зелен, ягодки нет зрелой, тут час оскомину набьешь». Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! До новых встреч, дорогие ребята!